Приветствую, парни! Рады вас всех приветствовать! Приветствую! Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Белоруссии, какое-то время. Дальше готовимся, повышаем свой уровень и в новый путь, в Африку, и, возможно, вернемся на СВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт.